А почему, кстати, вы не пьете? Курите вы довольно много. Да. Как моя мама говорила мне всегда: Юрочка, лучше бы ты пил. В России очень важно подчеркнуть, что я не в завязке, а не пью. Если день рождения или Новый год, я с удовольствием выпью даже 100 граммов виски. Но кличка у меня была Юра 100 грамм. То есть это предел того, что я могу выпить, ну, раз в месяц. Вас быстро уносит? Не-не-не-не-не, ну не хочу я, ну мне не вкусно. Я вырос в семье, где запрета не было никакого на это, потому что болгарская семья была, и это вино очень плохое. Я помню, это Роза, Лидия, Изабелла. Ну, всегда стояла в графинах. И я говорил: бабушка, дай воды. Она говорит: вон, хочешь, выпей вина. Попробуй же, гадость. Поэтому алкоголика ни одного не было в семье.